Предлагаю вашему вниманию сервер Last Day. Добыча ресурсов X3. Система прокачки. Хороший хостинг. Низкие цены в магазине. Постоянная служба поддержки. Хиты. Телепорты. И многое другое. Все ссылки в описании, бро. Подключайся. Разорвать его в клочья. Оба. Стрельба. Идем? Как раз за ним, за этим домом стрельба. Нет, снизу получается. Ну, снизу, да, но за ним. Ну да. Там снизу дом. Нифига себе дом. Так, давайте здесь возле дома не пошумим. А мы уже снизу с кем-то. Ну вы смотрите вниз, я должен. Вижу. Смотрю. Двое. Вижу, перестреливаются внизу. Ладно, можно я иду. Можно спину насовать. Минус один. Это берданка стреляет? Вражеская? Да. Он стреляет дальше, минус, ребят. Минус. А он стрелял дальше. Тер, там еще кто-то есть за ним. Ух ты, нихера тут база. Минус. Все. Сейчас, может, топовые ребята услышат, что мы здесь придут. Я, наверное, надеюсь. Берданка его где? Надо это. Рекурсию вон тело, давай. Смотрите, давай, прямо. Давай. Прямо далеко тело. Возле камня, два камня вот этих скалы. Видите, запрыгивает? Да. Минус. Но он, по-моему, голый. Дом взял. Бля. Ага, вижу, вижу. Попал в него. Кто тут ко мне бежит? Я. Дверь, видишь как? Кто с Томпсона? Я. Моя. Твою мать. Блять. А у него что было? У него пипасы дерево. Красные. А, это мой первого стреля. Не найти берданку вообще. Я поднял ее, мать. Ну-ка, запрыгни на меня. Нет, тут без вариантов. Не, не пролезете. Да. В смысле, блядь? Ну прости, да. Кому-то хеда напихал. Мне, наверное. Че, к домику на горе? Да, к домику на горе. И причем, Мэтт, тогда ты запомнила, где находится тот дом? Шкаф. Ну да, примерно. О, он закрыл дверь? Нет. Сихи надо. Сейчас будет мясо. И ракеты, и все, это, бомжи, uh-huh. Бомжи тоже, да? Uh-huh. Кто со мной? Кто я? Дрозд, Рекордс. Тело! Где? На доме. Uh-huh. На доме. Давай, высуни всю пушку. Два хеда минус. Так, хорошо. Идем. Хорошо. А я думал, почему-то железно сначала. Слушай, а может огнемет будет? Почему? У него второй этаж дерева. А, блин, соседний просто дом, смотрю. Да, дом, он тут полностью каменный. Крыша. Опять оружие. Там же? Минус. Откинулся, твою мать, вот ты это видел он. Это? Да, да, да. Только подошел, назад летит. А у меня не назад, она как-то в боксе, блин, резко. Мэтт, 12 тихо нормальных, это будет слишком жестко, поэтому. Ой, хедшот ему. А там же вроде меньше 12, нет? Кажется, тоже минус опять. Там двое получается. Да. Мэтт, короче, все ракеты возьми. Бомжи сихи и сих, наверное, 4 штучки. Угу. Да что они не мертвы? Это не умирают. Че, ты, мне кажется, там больше двух. Там целый клан из 10 человек. Блин, кострю забудьте. Ходит, я... так же левое окно. Ух ты ж, ё-моё, это свои. Не, да, я мог теперь... просто его не убить, я же с берданки ему хоть попал. А, понял. Здесь, короче, по дверям пройти, ну, и потом уже внутри взрывать. Есть окно. Так, давай. Спасибо. Адекватно тебе надо? 8 хп. Блядь! Чего? Орешник чуть не убил, 1 хп осталось. Так, Тер, иди на отхил. Он, короче, хилится как можно быстрее.
Без головы. Минус, минус. Все, сиха пошла. Хилки дайте мне. А, отходи за печку. Ребят, с моей стороны кто-нибудь будет? Или я тут один рейд? Я нахожусь. Давайте. Я внутри. Я с тобой. Люк. Так, Мэтт, хилки кидай. Так, кого давай думать. Брали? Идем дальше или нет? Идем. Пробуем, по крайней мере. Это же не центр нихера. Вот центр. Они не успели просто дверь поставить. Твою мать. Смотри, справа люк. Я вижу, вижу. Шкаф, ребята, шкаф, лол. Выписывай. Быстрее, да, да, выписала? Да, дерево выписала. Есть у кого-то? Нет. Есть, 200. Да. На крышу, ребят, подстраиваемся. Я быстро сейчас налутаю, у меня есть. Дайте пройти, на, адекват. На, отойди, отойдите. А если его застроить, смотрю, в треугольнике у них стоит. Да-да-да-да-да, надо. Иду вот эту сзади. Так вот, у адекват же сказал, что дерево есть или нет? 200, да. А, 200? У меня план, если что, есть. Блять. Уже лутаю, все нормально, сейчас и лутаю. Так, я на шкафу засел. Шкаф переставить надо. Нервничают. А зачем? Мы его застроим, прям там, вон в треугольнике, нормально стоит. Ой, слышишь? Я минус. В смысле? Как так? Ты даже не стрелял, что ли? Нет, не успел. Сразу ходулю две получил. Я его не вижу. Где-то в сторону печки он был. Иду, кто? Иду. Ты? Минус. Красава. Это Мэтт, забей пока, дай под эту да, подстройку да. На дом. Теперь готовься. Без проблем уже. Бежит, бежит. Давай, 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 красавица, давай. Так, пойдем. Давай я первый лучше или что? Йоу-йоу-йоу, сучки. Минус. Дверь открыта, дверь кто-то открывает. Первый этаж. Ага, все нормально, это я теперь, здесь я. Смотрим лут. Бонни, нет. Сюда иди, быстрее. Иду. Хотя, может чекай. Быть, лучше выпить. Охренеть, 4 ракеты, ребят. Кровать и спальники, долбим давай. Я зарезался где-то, по-моему. Первый этаж. Этого я убил. Первый этаж, да? Мне нужно, чтобы так. Кто-то контролил, чтобы я смогла застроить. Давай, смотрю. Но это не все, это не все, это бред. Я выпишу. Ящик маленький, Миша. Кого выписывали? Мы... Минус. Мы выписывали же. Открытая дверь. Он просто открывал сюда. Бонни, первый этаж открытый, много всего. Заходить нет? Много всего в смысле? Иду к тебе. Спальники, комнаты, не вижу, надо проходить. Но там наверху у них это я. Не основной лут. Собака. Может, он поможет спальники разбить? Он резнулся на том же спальнике через 5 секунд. Подождите, застраиваю пока, Мэтт. То есть вот здесь у них лутовая. Да, Мэтт? Не знаю, нет, там была спальники и куча переходов куда-то, не видно было точно. Контроль мне надо за этот разломать. Ладно, пойдем по люкам сверху просто и все. Ты все ящики прочекал здесь, Бонни? Да, там стоит, которые друг на друге, они пустые, но херня там. Так, выхожу. Давай. Угу, красава. 36 экспы, херня, дерьмо. Он не мог авторизоваться в нем. Да? Подожди, я не видел, иду. Выпиши, выпиши. А, ё-моё. Я... О, ребята, Бонни, а это... Не надо, не надо. Смотри, я... 10 тысяч серы выложил, смотри. Сейчас, вот сейчас. Вот нижний левый. Дерево. На камень. 10... А, ё-моё, да-да-да. И дерево на... Мне не красавчик. Хватает. А я смотрел вот эти, где которые ты сейчас смотришь. Ребята, нам не надо их взрывать, мы у основного лута. Поднимайтесь, лутайтесь. А, нет, я отойду еще чуть-чуть дерево клопну. Мне не хватает. Так, возможно, люк будет. Тер. Вот эти ящики. Тут два люка. Но он выбегал с Валерой. Ну, с маленьким. Да. Ой, по мне скры... Блин, он в упор уже, ребят, он залутал. А, ниже дом с деревянным вторым этажом, я лежу. Он скрыл. Я вижу, вижу. Летает. 4 раза попал.
Ну и я два раза. Сможет кто поднять? Я пошел. Давай. Давай. Прикрою. Так, кожу забираю, дерево. А у тебя что-то было важное? Только оружие. Угу. Че? Лежит, ублюдок. Красавчик. Лежит? Подними. Очень холодно. Поднимаю. Я откину. Ой. Сорян. Лол. Я бы не успел. Возьми, так. Короче, ледорубку, лупни один камень, и шкаф можно закрыть нормально. Тут есть чем грейдить. Есть все есть. А, да. Все, я тогда бегу голый. Давай. Так, я беру камень тогда, Боня. Да, забираю, я забрал все, что смог, все, что влезло. Я тоже. Пойдем. Нам, мы сможем, кстати говоря, подстроиться к печке их? Давай проверим, у меня билдинг. А я не авторизован, черт. Я адекват тоже. Авторизован, он открытый. Открытый шкаф, я с одной стороны солома еще. А дерево там есть, Боня? Да, есть. Ну сюда бы адекват еще, чтобы залутать. Я фул. Я залутанным этим хером. Надо это, блин, что-нибудь построить здесь. Солома. Рекрос, ты где? Вот я, 50 метров. Давай. Так, поднимайся наверх за деревом. По скале наш прыгает? Нет, брат. На. Подходит под пристройку. А, это я. Ясно. А, ты за мной бежишь? Да. Строюсь. А, господи, да, это... Угу. Чё, пробуем? Так, ну давай, да. Есть? Лол. Отлично. Рекрос, наверх поднимайся там. Сейчас я проверю, секунду. Смотри, если мы пойдем и залезем. Шкаф? А почему шкаф не работал? Может, они неправильном порядке как-то? Теперь работает. Чё там? Капкан аккуратней. В этот загляни. Сейчас смотрю. 4000 металла, 1000 сульфура. Забираю, короче, да? Только как ты выберешься, вопрос. А сейчас треугольники пристроить я смогу к печке. А. Ой, к этим, к стенкам. Блин, давай, места давай. Нету. Эквальц 32, да выберись. Так, Рекрос, что ты делаешь? Забирайся наверх и оденься. Вон, бежит уже где. Минус. Поднялся. Лутайся там. Получится у тебя теперь? Должно. Буду пробовать сейчас. Да только ты... печки ты не можешь залутать, что ли? В смысле, маленькие? Ну, все печки. Я залутал. А что там дерево горит? Блять, забываю все время часа на дерево. Угу. Люк открыли. Блять, не сейчас. Минус? Все, да. Ты все залутал там? Да. Все, уходим. Тер, вылез, да? Мой топор. Сейчас, секундочку. А вы были внизу, да? Там нету ничего внизу. Мы весь основной лут забрали. В смысле ты вылетела? Меня выкинуло. Тяжелый топор был. Все? Чудно? Сейчас мы ждем. Ну а почему все так происходит? Меня тоже. А что такое, ребят? Я, может, сервак рестарт, но я захожу. Блядь, нет. Нет. Только это не друзья админы, нет. Боня, беги. Куда бежать? Не, я коннекчусь, значит, меня не забанили. Прикройте нас только, не убегайте. Да, мы стоим, ждем. Да тут сказать, бежим, блядь. Бросай. Что за новая фигня? Так, все, тихо. Все. Рекрос, заберись сюда. Иду. Чтобы у нас не было лишних тел внизу. Скиньте патроны, есть? Какие? Мне не дает, як дисконнект. Что? Я встала. Слышь ты, читер. Вот оффа. Як дисконнект. Не, если не пишет, что ты банит на сервер, то это ошибка просто там. Короче, пролаг. Как решить. Тупо. Да это не ошибка, пролаг просто, наверное. Перезайди просто в Rust полностью. Сейчас грузится. Есть у кого сила вместить тера в себя? Да. Половину забрал. Подождите. Давайте, пока, ребят. Ну, нам надо уходить, тер. Крыша. Зашел. Все, я здесь. Все? Все, погнали. Где-то патроны спереть успел. What the fuck? Ёб, ты раскромсали ты как нахуй. За 5 сек, все, уходим, верните, ребят. Верните патроны только, Мандарыч. Уходим. Да. Пожрать ни у кого нет? Пожрать есть. Я возле 46-го прыгаю.
На, скинул. Рекорд, маску-то одень. Это что-то новенькое. Все, пойдемте. Главное, вас обоих кикнуло. Что за жесть? Ага. Ой, арбалет. Вот это, да. Я думаю, что зря мы не зарейдили первый этаж. Там был арбалет. Самый смак. Да все, ребят, не стреляйте, пойдемте. Понял. Еще хочу посылать. Ребята, а знаете, что самое крутое? Ну-ка. Плюс 41 труба. О, да. Наконец-то мы ракетами будем. Да-да-да. Вот. И плюс 4 ракеты у нас идет. То есть у меня всего 8 сейчас. Шикарно просто. И бобсы мы все оставили. Плюс 6 сих. 18 микросхем. Ах, тоже, кстати говоря, на сихе. На сихе. Да. Стоп, 6 сих еще? То есть мы за 2 сихи это все зарейдили? Да. Охренеть. Это, Бонни, у нас есть рейфл компонент? Да, есть два. У меня два. Две солдатые сихи? А, в натуре? Спасибо, что перебиваете. Мы за 2 сихи зарейдили. Жесть. Еба... 2 сихи. Можно видос назвать 40 труб за 2 сихи. Скрафтя косу. Охуеть, 2 сихи. Хорошо. Блядь, и Томпсона мы отпросили скрафтить. Угу. А то ты просто потом ругаться будешь, что не скинованный. Да, только скины. Он для донат. Первый этаж скидываю. Угу. А где наш вход-то уже? А вот. А вы что-то долго дали. Один есть вход, другого нету, я имею в виду лестницу. Ох, дом, милый дом. Ты же голод, как он тебя убивает. А я не знаю, у меня даже... Бердан на спине. Че это? Заходим, Эд. О май гад. Да пусти ты. В смысле? Понял. Раздевайся быстрее. Твою мать. Ракеты? Иди сюда. О, твою мать. Стволы с это... Да это скин отображается. Да убраны семена у меня только. Смотри, могу посадить. Смотри, Тер. Прячемся. Маскировка, бро. А дальше не лезем туда никак? Да никак туда не пролезть. И что делать? Ты живая, Мат? Мы в доме сидим. В доме? Да. Блин, мы тут делаем. Тер, пошли в дом. Давай, пошли. Твою мать. Направо, там крыши нет. Все. Фу, можно одеваться. Сука, ты как. 3 еще. Ребята, это строят, они строят. По-моему, мочим, да? Мочим, дверь открыта, блядь, зашел. Подожди. Да не надо. Ну ёп, зачем? Надо же было идти пойдем. Ближе. Ну там же, сейчас, кстати говоря, подсад, может, сделаем. Двойной это можно залить. Эти, а дверь двое. Еще. Это жильцы же, это их. Нет, один, вторая, он не может дверь закрыть, один из них. Я боюсь. Так, этот минус. Ты что боишься? Подсад с этого, с камня. Не, мы уже пробовали, не получается, двойной надо. А он здесь стоял, что ли? Уже дом этот стоял здесь? Да. Да. Ну, убирайте еще один меня. Запрыгните на мэп. Минус. Рекордс, давай. Норм. Давайте. Рекордс, запрыгивай. Так. Тер, сюда иди, я с тебя должен запрыгнуть. Так, путем. Давай, 46-й, погнали. Ясно. Давай, еще раз, ну быстрее, ребят. Блядь, он капкан и попался. Ребят, поднимите, а внутри здания этого. Как так? А это ловушка, потому что. О, Тер, ты серьезно? Да, я за ксиполем. Быстрее, подсад сюда, сядь, рекорд, сядь туда. Поднимаю. Крышу контролем. Ебать, я встал у меня. Тихо. Хилю тебя. Все. Давайте туда. Вот. С орехом. Ебал в рот, эти дома больше. Давай, дружище, давай. Есть, красава. Воу. Аккуратнее, капкан везде могут быть. Тихо. Привет, друг. Как дела? Аккуратно, может быть, еще одна ловушка. У меня операция. По захвату дома. На первом этаже. Ебать меня в щель! Фух, ребята. Все нормально, все в порядке. Вообще охренеть просто, ребят. И почему-то хозяин дома охренеть. Охренеть, твою мать.
Шкафа нету? Нету. Сейчас все будет, ребят, не парьтесь. А, он дохлый. Хозяин дома почему-то умер. Феникс. Это Феникс. А тогда это. Я же говорю, это ихний дом. Охренеть. Так. Не могу, ребят. Мне очень их жаль, понимаете? Я не хочу их рейдить. Я спрыгнул, ребят. Исполнен жалости, я прям. Давайте, погнали. И посмотрите просто ящики. Да, пока не берите-то ничего. Йо! Так, ты я стрелял. Воу. Вообще норм, да, ребят? Серу забираю. Внизу кто бегает? Ну, враги, получается. Че, залутаться? Пристройку разбейте, пристройку разбейте. Так. Лутайте. Так. Охренеть просто. Рекордс, помнишь, что адекват сказал? Че? Нахрен подсаживаться в эту бомжатню, да, там ничего нету. Блядь, точно. Точно. Ну, может, на тот момент и не было. Открывают. Да, пусть. Так. Открой, дорогой, я жду. Он не откроет. А вот теперь я открыл, привет. Все путем. Нашла его капкан на этот отсек. А шкаф ему застраиваем. Бля, чуть не упал туда. А, крафчу билдинг. Делаю шкаф. А так там... Он... Надо разбить, да? Его. Его надо разбить, потому что дверь идет прямо к шкафу. Так, все, обутали, вот ребят. Поставь здесь, между дверьми. На первом есть место. Угу, ставлю. Так. Давай, авторизовывайся. Все, валим. Да. Ну вы все забрали? Да. Не знаю. А вот капканы, кстати говоря. Тер, тебе повезло, если бы ты еще чуток прошел, тебе бы вообще голову откусило. Я знаю, я видел. Так, спрыгиваю. Все, давайте до дома. А сколько серы было, ребят? У меня 4 тысячи. 4. 6 900. Охренеть. 2 ноутбука. Просто за подсад. Угу. Мы же что-то жестим, за 2 сихи дом забрали, здесь подсада забрали. Ага. Пойдем бичей с огнемета рейдить, походу мы там найдем просто ящик серы. А мы бы так и так, кстати, подсад трехи не намутили бы там. Почему? Мы там четвером двойной подсад, как мы втроем его сделаем. Так нас и было... Нас было трое же.